Сегодня в средней школе номер 33 можно было заметить множество ребят, что для летних каникул является скорее исключением. Дело в том, что именно здесь в несколько этапов проводились соревнования по дартсу среди учащихся школы гимназии Ленинского района. Сегодня мы присутствуем все на шестом этапе 12-й летней спартакиады для детей, школьников, гимназистов нашего района, в том числе и города Бреста, желающих, который называется «Сделай правильный выбор». И этот этап, очередной этап, связанный уже теперь с видом спорта дартс. Хотелось бы сказать, что не впервые мы проводим соревнования по дартсу, но в рамках летней спартакиады, с учетом того, что эпидемиологическая ситуация, в том числе и погодные условия, было принято решение о том, чтобы определенные виды спорта, у нас всего 7 видов спорта в спартакиаде, заменить на дартс. Такие мероприятия проводились на протяжении всех летних каникул. Они проводились на базе многих учреждений образования, в том числе не только учреждений образования, но и других государственных организаций. Цель данного мероприятия, как всегда, популяризация здорового образа жизни, где-то привлечь детей к спортивным мероприятиям, отвлечь их от своей повседневной жизни, где они много времени проводят в гаджетах, в телефонах и так далее, чтобы они пообщались между собой. Безусловно, у участников было время для общения и знакомства, но на площадке они соперники. А конкуренция серьезная, ведь заявки на соревнования подали 15 команд по 4 человека. И только самые ловкие, меткие и набравшие максимальное количество очков победят в личном и командном зачете. Им достанутся не только призовые места, но и памятные, а также сладкие призы от спонсоров турнира. Мне кажется, чтобы победить, нужно быть ловким, умным и целеустремленным. В этой игре важная меткость, концентрация и желание победить. Дома я со своей семьей тренируюсь и бросаю дартс, поэтому у меня получилось неплохо. Я уже участвовала в другом виде спорта, футбол, со своей школой. Но мы там, к сожалению, проиграли. Но вот тут, надеюсь, займем какие-то хорошие места, покажем наш уровень. Такие школьные соревнования объединяют, дарят позитивный настрой и оставляют только самые приятные впечатления. А потому в текущем году они не последние. Спартакиада «Сделай правильный выбор» – это возможность для ребят провести лето с пользой.